Смотри видео до конца и ставь лайк. Мама, у меня зуб еще один выпал. Да ты что? А ну-ка покажи. Вот. Вау, классно! Еще один зуб выпал. Да что тут классного-то? Я скоро вообще без зубов останусь. А у меня вот еще один шатается. Я скоро вообще говорить не смогу, только Так, Лерочка, не беспокойся. Садись ко мне, я тебе все объясню. Садись. Вот смотри, Лерочка. Пока ты маленькая, у тебя молочные зубки. И они выпадают у всех детей, не только у тебя. А на месте молочного зуба вырастает уже коренной зуб, постоянный. А они потом тоже выпадут? Нет, Лерочка, коренной зуб уже у тебя навсегда вырос. Но если за коренными зубами не следить, то и они могут выпасть. И, к сожалению, новые уже не вырастут. Вот это да! А как за ними правильно следить? Нет! Ну, во-первых, нужно поменьше сладкого. Поела шоколадку свою любимую, называется. Ну а что поделать, Лерочка? Зубки нужно беречь с молоду. А вместо шоколада мы с тобой купим творог. В нем много кальция, он полезен для костей и зубов. Лерочка, творог, это же очень вкусно. Да, мам, его можно кушать и с медом, и с орешками. А я люблю творог с ягодами. Мам, пошли скорее, я хочу с ягодами творог. Пойдем. Лерочка, вот тебе щетка и паста. После еды нужно чистить зубы. Мам, я же утром чистила зубы, зачем опять? Лера, ну это же было утром, а сейчас уже вечер. Ну надо так надо. Не давится что-то. Вот, он берет. Ну все, готово. Как так готово? Зубы чистят как минимум 2 минуты. Ого, целых 2 минуты? Ну хорошо. За зубами вот так ухаживать каждый день, и тогда зубки будут здоровы. И еще, что главное, нужно ходить к стоматологу каждые полгода на проверку. Ребята, не забывайте ухаживать за вашими зубами. Ставьте лайки и подписывайтесь.